Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские летчики уступили смоленскому Славутичу. Баскетбольная Самара продлила победную серию до 3 матчей. Самара резво стартовала в чемпионате страны по баскетболу. Клуб с одноименным названием в 2 первых матчах одержал 2 победы. Перед 3-м туром команда 63-го региона занимала 1-е место в чемпионате. Другой спортивный коллектив из Новосибирска был 3-м. Как закончился матч лидеров первенства, смотрим прямо сейчас. Особенно нервной оказалась первая четверть матча. Команды несколько минут не могли забросить ни одного мяча в корзину. Однако к перерыву Самара вела уже 10 очков. Была тяжелая игра, потому что команда Новосибирск нелегкий соперник. Они себя позиционируют как лидеры чемпионата. Ближе к большому перерыву Самара обогнала Новосибирск на 16 очков. Потом гости неоднократно сокращали разницу забитых мячей до минимальных 3. Однако хозяева паркета брали нить игры в свои руки и мощными результативными атаками возвращали себе приоритет. К исходу матча стало ясно, кто будет праздновать победу. Оставалось узнать, с каким счетом. К сожалению, в этот раз мы приехали и не готовы были к такой жесткой игре Самары, активной игре. Команда на протяжении всех 40 минут были какие-то небольшие провалы у них, но тем не менее они держали планку. Желание было выиграть большое. Тут очень многое зависит от того, насколько команда смотивирована. Финальная сирена зафиксировала 3-ю победу Самары в нынешнем сезоне Суперлиги. Счет в матче 75-67. Теперь Самара – единоличный лидер чемпионата страны. Высшая хоккейная лига ЦСКА ВВС проиграл первый матч дубля смоленскому Славутичу. Итоговый счет 2-1 в пользу Славутича, и ЦСКА ВВС занимает 3-е место. Отставание от лидера Мордовии – 13 очков. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.